Эй, Пит, я проверила все базы данных. В одном месте можно посмотреть, в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория, и выйти. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Если никому не кажется подозрительным, что носорог разрушает здания и дороги, контракты на восстановление которых получает в итоге один человек. Думаете, я подозреваю сговор? Вы чертовски правы! И теперь, когда носорог предстал перед судом, вы видите, что он слишком туп, чтобы что-то планировать. Так кто же за ним стоит? Что ж, кто же это еще мог быть? Якобы сражающийся с носорогом, но на самом деле управляющий им, как Тореадор быком. Скажем это вместе! Человек-паук! Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови! Спасибо. Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже, но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Извините, я смотрю, тут у вас многолюдно. Все в порядке? Жители попросили временно освободить помещение, пока Соболь Интернешнл проводит проверку безопасности. И долго вас тут заставляют ждать? Нет-нет, это займет лишь час или два. Мы очень ценим помощь Соболь Интернешнл в вопросах безопасности. А пентхауса это касается? Конечно, нет. Новая комната охраны в холле гарантирует, что абсолютно никто мэра не побеспокоит. Он этого не переживет. Следующие выборы его доконают. Надеюсь. Осборн бывал и не в таких передрягах. Он как корабля. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх! А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Должно сработать. О, черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите меня наверх! Комната охраны открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад. Извините за неудобство и помните. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Классная штука. Надо развернуть его. Что это было? Молодец.
Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон – супершпионка. Все, пора открыть лифт. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот он. Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Вот же дурацкая кнопка. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Ха. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. Энджей! Агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня ни засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Для квартиры на Манхэттене крайне нетипично. Что это такое? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ух ты! Вот эта маска! Она показывает, где находится дверь? Интересно, куда она ведет? Знаменитые Осборны. Норман прощается с сыном. Наверное, это с прошлогодней поездки Гарри в Европу. И почему Нормана так беспокоила эта поездка? За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка. Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри – это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Самодиагностика завершена. Проблемы не обнаружены. Пожарные двери отключены. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Я и забыла об этом. У Осборнов есть герб и девиз «Pax in Bello», что значит «Мир в войне». Надо запомнить на случай, если я решу написать об этом книгу. Гарри говорил, что ему всегда готовила мама. Я бы удивилась, если бы узнала, что Норман хоть раз вставал к плите. Эта комната пахнет богатством. Не удивлюсь, если это вино с виноградников Нормана в Бургундии. Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ?
В городе ЧП, а Нормана по-прежнему обслуживают уборщицы и прачки. Тоже мне герой. Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклсу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Люблю тебя. Ух ты, я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. Смотри-ка. Норман явно любит напоминать гостям о своем положении. А фото убрали. Интересно, что там было? Боже, когда мы с Питом были детьми, мы ходили сюда смотреть кино. Это был совсем другой мир, не похожий на Квинс. Забавно, но Гарри это не нравилось. Он обожал смотреть мультики по крошечному телевизору на кухне Мэй. Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми по сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. Ну надо же, какими мы были беззаботными. Я скучаю по тем временам. Комната Гарри, но она заперта. Интересно, где Норман прячет ключ? Как мило. Норман коллекционирует агитки со своих выборов. Это явно для школы. И тут еще оставлено место. Долгосрочные планы? Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался? Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Ванная Нормана больше всей моей квартиры. Печально. А, у Нормана есть бассейн. Нью-Йорк – город подземных крыс и уличной пиццы, а не шезлонгов и пляжных коктейлей. Отправил Гарри на лечение? Мне казалось, он поехал в Европу развлекаться. Что-то от нас скрывал Гарри.
Когда родился Гарри, его мама посадила это растение. Теперь, когда ее больше нет, за ним ухаживает Норман. Красивое. Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой в городе. И, возможно, он был прав. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Есть! Наверняка ключ от комнаты Гарри. Что? Это ведь не для Гарри? Или... Юриспруденция. Гарри хотел стать экологическим прокурором, как его мама. Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам? Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это.